может быть пропущен. Самое важное, что если вы, например, используете тоники в домашнем уходе, и вы привыкли тоником доочищать кожу, вот это самая большая ошибка, этого быть не должно. Когда вы прошлись, да, и у вас еще остатки тонального крема, то есть вы уже умывание, этот этап завершили, и вы тонизируете для того, чтобы восстановить pH, для того, чтобы увлажнить, успокоить кожу, там, ну, придать какое-то дополнительное значение, там, кислотами насытить. Если у вас ватный диск при этом грязный, это вопросы к вашему очищению тогда. То есть кожа должна быть чистая, когда вы тонизируете ватным диском. Это может быть спрей, это может быть диск, это может быть отсутствие тонизации, но важно, что после очищения кожа чистая, и она подготовлена максимально к погружению в нее активных компонентов. Значит, в концепции бренда у нас есть ночные маски, и эти ночные маски используются перед сном. То есть лучше всего наносить их после 7 вечера, но до 11, потому что по биоритмам, по циркадным считается, что до 11 еще такой период как бы подготовки кожи к активному восстановлению. После 23 часов идут активные процессы репарации, и поэтому от 23 до 4 часов утра – это самое ценное время для омоложения, для восстановления функционала нашей кожи. И поэтому вот надо стараться. Всем, не только на технокурсе, всем. Да, до 23 часов нужно все-таки ложиться спать. И поэтому ночные препараты, они, как правило, более концентрированные, более стимулирующие, более насыщенные активными компонентами, в силу того, что пока мы спим, наша кожа активно работает. Она вот как раз-таки всю нагрузку на себя берет в ночное время. Когда мы бодрствуем, задача нашей кожи какая? Защититься от внешних факторов. Солнце, пыль, экологические.